Гомельская «Сдюшор» номер 4 выиграла общий зачет республиканской спартакиады детских спортшкол по спортивной акробатике. В личном зачете в активе гомельчан 4 золотые награды из 5 возможных. Наши спортсмены победили в соревнованиях смешанных и мужских пар, а также в мужских и женских групповых упражнениях. В состязаниях девушек-гомельчанки выиграли серебро. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату Беларуси, который состоится в Минске с 10 по 12 декабря.